Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление предприятий, организаций, учреждений и дворов. В этом году конкурс проводит по нескольким номинациям в два этапа. Районный этап продлится до 25 декабря. Далее победители будут представлены на городском уровне. Члены конкурсной комиссии рассмотрят представленные материалы и путем открытого голосования выберут призеров по номинациям. Обращать внимание будут на оформление витрин, фасадов, входных групп и прилегающие территории. Основными критериями станут наличие световой тематической иллюминации, оригинальность оформления и композиционного решения, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В Самаре наградят лидеров в сфере туризма. Премию «Самарское гостеприимство 2023 вручат 7 декабря в отеле на Новосадовой 3. Традиционно отмечают лучшие отели, санатории, рестораны и туристические компании Самары. Начало мероприятия в 15 часов, информирует телеграм-канал городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары. В актовом зале администрации Красноглинского района прошло чествование семейных пар, которые прожили в браке более 50 лет. Юбилярам вручили памятные подарки от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и пожелали вечно хранить любовь, уважение и теплые чувства друг к другу, пишет телеграм-канал Красноглинского района. Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа проводит ежегодную акцию «Елка желаний», в рамках которой особенные дети от 3 до 12 лет напишут письма Деду Морозу. 4 декабря в 15 часов состоится торжественное открытие, где ребята на мастер-классе сделают новогодние открытки и развесят их на праздничной елке, после чего каждый желающий сможет воплотить в реальность детские мечты. Акция будет проходить с 4 по 26 декабря по адресу Самара, улица Урицкого, дом 14, сообщает телеграм-канал Железнодорожного района.